В Самаркандской области впервые проведена операция по пересадке печени. Все больше регионов подключаются к трансформации в сфере здравоохранения. Хирургическое вмешательство длилось 8 часов и завершилось успешно. Как себя чувствуют пациенты? Об этом Зарина Хакбердиева. Первым пациентом стала 48-летняя Саида Нурмурадова из Кашрабада. Женщина долгие годы страдала циррозом печени. Изо дня в день ее состояние ухудшалось. Эффективность лечения и принимаемых лекарств равнялась нулю. Больной пересадили часть печени от ее 46-летнего брата Следина Алимова. Операция проводилась совместно с трансплантологами Турции в многопрофильной клинике Самаркандского государственного медицинского университета. Врачи оценивают состояние больных удовлетворительным. Подготовка к данной операции была длительной, а то и понятно, ведь прежде подобная практика в регионе ни разу не проводилась. Вместе с повышением квалификации узбекских специалистов необходимо было улучшить технические возможности самаркандской клиники, оснастить всем необходимым. Результат не заставил себя ждать. Первая трансплантация печени была выполнена успешно. За жизнь донора и реципиента врачи боролись целых 8 часов. Операция была осуществлена совместно со специалистами из Турецкой Республики. Это центр Medical Park. В течение года мы проходили стажировку в этом центре. В течение этого года руководство нашего института в достаточной степени способствовали оснащению нашей клиники самыми современными высокими технологиями. В рамках этого проекта предполагается открытие в нашей клинике центра трансплантации и предполагается осуществление в течение каждого года до 50 трансплантаций печени. Мы к трансплантации печени шли около года. Наши доктора активно приезжали в Самаркандский университет и проводили бесплатные консультации. Мы активно работаем в Узбекистане. У нас планы не только трансплантации печени, у нас планы еще есть по трансплантации костного мозга, а также и других оперативных вмешательств. Узбекские специалисты не первый год сотрудничают с зарубежными клиниками. Обмен опытом и получение новых знаний – необходимое требование в любой медицине. В рамках меморандума со Стамбульским центром Medical Park планируется также проводить и другие сложные операции. Налаживание контактов и тесных связей модернизирует систему, делая сферу здравоохранения для населения более доступной. В дальнейшем, значит, у нас открывается хирургический корпус 200 коек. Мы хотим там провести высокотехнологические операции по трансплантологии печени и почек. Со стороны нашего уважаемого президента очень много реформы, и по этим реформам мы поэтапно начинаем работать, и по операциям высокотехнологическим проводится наша, значит, трансплантология печени.